Привет вам, как дела? Добрый вечер. А приближать нельзя? Нет, приближать нельзя. Можно? Можно? Да. Я не знаю, я не знаю. Привет с Башкирии тебе. Ну? Не, не тебе. Чё? София играет за черных, я играю за белых. Если кому-то я что-то говорю. Привет с Миаса. Здорово, Серый. Софи Волин. Рифат. Рифат, привет. Смотри, я играю с Софией в хоккей. Она меня с ребенком играет. Она меня расчехляет, можно сказать. Я не на другую сторону. Да, нафиг даже ударить не дает. Ты что без эмоций-то играешь? О, София, бей! Рано, рано, рано. Не, ну выходи. Да. Ага, привет. Да подожди, чё? На кто стол у него у вас? Привет, Сыжевска. Привет, Сыжевска. Серега, ты лучший. София без эмоций. Андрей, привет с Междуреченска. Это был первый период. Человек. Дима, не мешай дяде Сереже играть. Ну давай, давай, давай. Иди сюда. Иди сюда быстрее. Пойдем, будем смотреть. Все. С Челябинска. Скоро приеду в Челябинск. 17 числа. Ты лучше Гафарова. Нет, просто девочка написала. Привет, Дима, от мамы вашей. В смысле? А это кто? А, это Ксюха, наверное. А, да? И вам о, тоже привет. Привет вам. Давай, а что, кто только забил-то? Нет, кто не забил, это был удар по воротам. Дима, не мешай, иди сюда. Давай туда лучше переводи, там интереснее будет. Да. Конечно. На, держи быстрее. Сколько как? Устал, что ли? Да, 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 да. Серега все-таки забил первый. Но это пока еще это. Чьи дети мои. НХЛ все звезды. А кто второй у нас играет? С кем, Серега, играешь? Питтсбург. Все, давай, второй. Я тоже из Зеленска, да. Дима, мешай здесь, Сережа. Опа. Серега, Стасянов, привет, скажи, тренируйся. Стасян, кстати, да, тренируйся, я приеду. Тебя от футболка Нортуга с собой? Футболка Нортуга просит показать тебе. Нет, нет. Я ее даже не видел. 166.
я тут не успеваю это. Читать. Да. Стас уже готов, говорит. Стас готов. Да. С прошедшим тебя, Серега. Спасибо, да, говорит. Привет из Дагестана, уже раза три, наверное, было. Что, один ман? Серега тут это рвет пока. Ребенка. Серега. Тебе сколько лет? 12 будет. 11 сейчас. Сейчас буду. Ну и кто? Нельзя так ребенка бить. Да ладно, он у меня вторую драку сейчас побьет. Да, да, да. Ребенок побил. Я побил ребенка. Ты? Ну ладно. Громко выражаешься, что там. О, казаки. С дальнего привет. Востока. Дима, извини меня, конечно, но если я проиграю с потом они как будут переигрывать? Второй. Второй перевал. Второй период. Чего? Саша потом тушит. Где Саша, есть у тебя махач? Есть. Mortal Kombat? Mortal Kombat, да. Он прошитый, он там все есть. А если прошитый, они же не скачивают? Скачивают. Блин. Я с Тасяном буду это, наверное, поедолбить. Что-то все, все. А, о, а где тут это? Куда, вниз надо, да? Вот вверх вниз там. Сегодня, говорит, финал Кубка Мира будет Гагарина. Почему? Серега, Белов пишет, приедешь, сразимся. О, Белый, готовься. Я раньше София разминается. Белый, посмотри, с кем я готовлюсь. Сыла, тебе конфликт. Ты бы видел, тебя София точно порвет. Ребенку 11 лет. Сейчас он тоже подошел на учитель. Мне после нее потом кажется, не тяжело скинет. Да! 2-0, 2-0, 2-0. Опять Серега завел. Знаешь, как я радуюсь, когда я выигрываю. Я даже когда один хотя бы гол забью, знаешь, как я радуюсь. Если считать, что надо. Носочки, говорят, у меня красивые. Из ЕКБ привет. Киров, привет. Нет, я выиграл 4. Первого? Да. Это... Кто снимает, покажись, да? А здесь нет обратной камеры? Ты у меня спрашиваешь, да? С таким же телефоном, да? А что-то пакостит, наверное, на кухне, наверное. Вологда, привет. Привет из Тамбова, старый. Это только волосы такие, нифига не старый. Он юбей. Чё, вот второй еврей. Нет, это моя смальца, а это маленький. Еврей. Маленький, Привет, я. Скажи привет. Я Коля большой, да, или Коля маленький. Скажи, я Коля. Я большой. Ты большой? Да. Нет, ты маленький. Я большой. Все сказали, большой. НХЛ, все звезды и пингвины. На, держи, я уже устал.
наш шкаф идет полным ходом. Привет от Виталия тебе. Ставочки, да? Микрофон зажали. А у тебя, Саня, где микрофон? Меня? Я, ты держишь? Не слышно, говорит? Где? Слышно. Так ты не говоришь нифига, вот тебя не слышно. Зато тебя не слышно. А так лучше слышно? Опять не слышно. Да все тут должно быть. Выброси свой китайский телефон, да? Мой. Это не мой, это Серегин. А она что, получается, там останется уже? Там, запись? А, то есть сейчас прямой эфир посмотрели и все. И это... Вот, теперь слышно. Ну все, третий период заканчивается. Сергей у нас, как обычно, победил. Быстро. Даже в хоккей. Молодец! Спасибо тебе за матч. Ну, первый период был лучше. Я очень рад, что я выиграл. Стасян, Сергей выиграл. Да! Я выиграл Софию. До этого это был... Это я дал реванш Софии, до этого я выиграл. А до этого было 4-3. 4-3. Тоже выиграл я. Забил в самом конце. Все. Все, сыграли. Все, София, сейчас папку. С папкой работаю. Сергей, приедет. Не спать, а потом выкладывает. Это, наверное, кто канал держит. Стас ждет Сергея на матч. Стасян, готовься. Ксюха, я надеюсь, ты тоже умеешь играть. Готовься. Передай 150 человекам привет. Привет. О, Ленка пишет. Ты где? Ленка. Я тут с Софией в хоккей играю. Шаркана, привет. Жевск. София получится. Хоккей пишет, а учебу занимаешь. Что, говоришь, какой-то? Нет, лучше учись, чем в хоккей. Лена? Где голос? Голос здесь. Ладно. Всем спасибо, всем привет. Ура, уходить. Счастливо всем. Научил бы детей чему-нибудь полезному. Дети учатся очень хорошо в школе, Егор Владимирович. Не, в футбол я вообще не люблю играть. София вовремя глаза закрыла, такая серогра. Ты знаешь, как я здесь ору, когда я забиваю Софии гол? Как так, да? Там шутка и шутка. Чек, я надумал. Это Серега там уже. Давай я вас фоткаю. Серый, привет, Серый, привет. Вот мой племяшка. Димка Устюгов маленький. Да? Димка Устюгов маленький? Нету. Нету. Драку? Так. А, играть побежать?
хочешь, жива еще раз. О! Так я с тобой иду, раз там... Нифига, ниже тебе стал. Сейчас приедут. А я один больно. Они, походу, Ксюшку запалят теперь. Да? Да? Я тоже так думаю. А, лучше некогда. А братья не пошел, блядь. Братьям привет, Николюк 72. Илюха, ты? Илюха, Николюк. 72 тебе не дать, Илюха. Николюк 72. Илюха. Илюха, скажи, сколько у вас в семье есть братья и сестры? Два старших брата, целая... Родных вас наших брата. Ну, давай. Семья-то у меня большая. Дочка моя. Я Сашу проси. Сейчас подожди, помогу. Сейчас подожди, подожди. Как так? Почему? Мы будем... В Челябинске буду 17 числа. Что там говоришь? Давай драться? Давай драться. Да. Нет, там включить надо. А, только не это, без скорей. А у меня это только... Давай, всем давайте, счастливо. Спасибо всем, пока-пока. Давай лучше танцы.